Для многих шашлык – это встреча с друзьями или отдых с семьей, красивое место на природе и аккуратный пикник. На деле же можно обойтись и без всех этих элементов, если ты просто хочешь поесть мясо, приготовленного на углях. В соцсетях сейчас бешеная конкуренция за внимание, поэтому просто фото уже никого не удивит. Чтобы набрать лайки, оно должно быть сделано профессионалами. Если кажется, что для красивого фото нужно просто взять несколько апельсинов и положить их у лица, тебя ждет разочарование. Если ты думаешь, что детские площадки в нашей стране должны развлекать и веселить детей, то ты сильно ошибаешься. Наши детские площадки учат ребенка с детства привыкать к неожиданным болезненным падениям. Когда с утра все раздражает, то рассчитываешь, что вкусный кофе из любимой кофейни поднимет настроение перед работой. Главное, чтобы с такими же мыслями не проснулся местный бариста, иначе рисунок на кофе вряд ли будет вызывать улыбку. Каждая девушка рассчитывает, что ее новые босоножки помогут ей выглядеть красиво и уверенно в обществе. На деле же от нового приобретения всегда сплошные сюрпризы. Никогда не знаешь, как нога будет вести себя в непривычной обуви. Если тебе кажется, что на вечеринке ты всех поразил своими танцевальными способностями, но при этом ты никогда в жизни не сталкивался с тренировками, то будь готов к неожиданностям. Возможно, ты танцевал как Майкл Джексон, только у себя в голове. Если девушка хочет приковывать к себе взгляды в спортзале, то, возможно, ее ждет разочарование. Давайте признаем, что тренироваться максимально эффективно и выглядеть свежо одновременно практически нереально. В интернете огромное количество фотографий красивых детей, спокойно играющих в чистой одежде где-нибудь в поле. Это приводит к тому, что у родителей начинают складываться неверные ожидания. На деле же чистые и аккуратные места вообще не привлекают детей, в отличие от лужи грязи. К покупкам в интернете всегда нужно относиться с осторожностью, ведь там гораздо сложнее угадать с нужным размером. Ты уже прикидываешь, как будешь блистать в крутой обновке, а потом оказывается, что звездой суждено стать твоему коту. Мне кажется, спать красиво – это отдельный навык, который нужно специально тренировать. Если ты никогда об этом не задумывался, то, скорее всего, вздремнуть в метро или в автобусе, при этом выглядеть привлекательно, у тебя точно не получится. И это был новый выпуск «Ожидание. Реальность». Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Здесь место для вашей рекламы. Всем пока!